На семафорной только за одну неделю под колеса автомобилей попали два пешехода. Пенсионер погиб. Произошло это в одном и том же месте, недалеко от обрушившегося в июне виадука. Мы сегодня получили несколько звонков от жителей правобережья. Они спрашивают, а когда восстановят пешеходный мост на семафорной? Сегодня специалисты Красноярской железной дороги, которые отвечают за этот мост, рассказали. Сейчас у них на руках три эскиза будущего строения, и они выбирают, каким будет новый виадук. Скорее всего, говорят в КрасЖД, к концу года они только определятся с выбором и суммой, которую выделят на строительство. Затем, а это уже будет 15-й год, начнется выбор подрядчика. А когда точно начнется строительство и сколько оно продлится, в железной дороге пока затрудняются ответить. Напомним, надземный переход обрушился в начале лета. В опору врезалась фура, водитель был пьян. Тогда по виадуку шли люди, погибла женщина. И сегодня новостям 12-го канала стало известно, что следствие по этому делу заканчивается. Материалы будут переданы в суд уже в октябре.